Ришат Жельдзиевский преподает во Вроцлавской музыкальной академии. Как солист сотрудничает с множеством европейских оркестров, выступая в престижных филармониях и концертных залах Польши и за рубежом. Также музыкант проводит мастер-классы, лекции о технике игры на саксофоне в музыкальных учебных заведениях Европы. Мне очень приятно, что я наконец попал в Харьков и смог найти людей, которые хотели бы поработать в совместном концерте. Этот концерт получается не совсем польский, а польско-украинский. Концерт в Харьковской музыкальной школе-интернате приурочен к празднованию столетия независимости Польши. Также выступают воспитанники учебного заведения. Нам удалось, я считаю это заслугой нашего коллектива, приобщить к такому концерту знаменитого польского саксофониста Ришата Жельдзиевского. И речь идет о том, что он здесь у нас по приглашению Харьковской филармонии, и мы выкроили у него вечер свободный для этого выступления. Юлия Бойко, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».